вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні у нас в студії надзвичайно розумна людина. Це Дмитро Горощенко, віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області, майстер спорту з шахів. Доброго вечора, ми раді вітати вас Добрий в нашій вечір. Студії. Пане Дмитро, ну, з чого хотілося б розпочати? Власне, я людина, яка жодного стосунку до шахів не має, я не вмію грати, я не розумію, як грати, як правильно грати, але, ну, звісно, мені подобаються люди, які опанували цю гру. І хотілося б дізнати, що сьогодні відбувається в світі шахів в нашій області, що цікавого, як ви розвиваєтесь, як ви живете? Ну, хороший вопрос. Я хочу сказати нашим телезрителям, що на самом деле не самое главное в жизни уметь играть в шахматы, но достаточно... Не, ну это круто уметь играть в шахматы. Я рад от вас это слышать. И действительно, я в нарды умею. Ну, научите. Научите, хорошо. А что касается шахмат сегодня в Николаеве, в Николаевской области, то они, ну, на своем, я считаю, бурном каком-то витке развития. На сегодняшний день мы проводим в городе за год где-то 80-90 турниров разного уровня, от начинающих и турниров начинающих до профессионалов. Вот буквально на днях, меньше недели осталось до начала суперфестиваля шахматного Николаев Chess Fest, который стартует 20 июня. Ну, мы подробнее поговорим, да, анонсы мы обсудим, так, отодвинем это к концу. Хорошо. Программы, да. А, собственно, вот расскажите о людях. Или о тренерах, о детях, о тех, кто сегодня играет в шахматы. Кто эти люди? Как вы с ними, это сейчас модное слово, да, коммуницируете? Как вы привлекаете новых игроков? Чем завлекаете? Ну, шахматы приходят по-разному. Ну, самый популярный способ попасть в шахматный мир – это когда родители учат своих детей играть в шахматы дома вначале. Ребенку становится интересно. Обычно это происходит в возрасте там, 4-5 лет. Есть и 3-летние дети, которые начинают увлекаться шахматами. И у нас есть ряд, как это модно говорить, локаций сегодня, где занимаются шахматами с детьми. Это областной шахматный клуб на Фалеевской 1А. Это школа, шахматная школа братьев Бортников на улице Колодезной 3А. И в Октябрьском районе в центре социальных программ «Русал» тоже проходят тренировки. Ну, а также на базе некоторых школ общеобразовательных. Вот поэтому так дети попадают в шахматы. Ну, а тренера у нас есть. У нас в Николаеве богатые традиции. Первый шахматный кружок еще в середине 19 века в Николаеве образовался. Его знаменитый астроном Карл Кноре образовал. Вот. И как-то это все постепенно проходили все соревнования. Вот Николай Васильевич Шелест, тот, который основатель, к сожалению, уже ушедший от нас, основатель шахматного клуба. В 92 году был основан этот шахматный клуб. И я, собственно говоря, воспитанник нашего шахматного клуба. Поэтому все приходят в шахматы с детства, наверное, с детства. И остаются потом в них, играют, тренируют, работают, так сказать, и организаторами соревнований, являются уже менеджерами какими-нибудь. То есть... Ну, вы знаете, понятное дело, там, по долгу службы, да, я неоднократно была в шахматном клубе, там какая-то совершенно своя атмосфера, да, это не спортзал, да, хотя шахматы называют спортом. Почему шахматы спорт, если это интеллектуальная игра? Но этой дискуссии уже сотни лет, надо сказать, что шахматам вообще 1500 лет, поэтому принято считать, что шахматы – это сплав и смесь спорта, искусства и науки. Действительно, там есть и спортивная составляющая, потому что есть очки, победы, призы, первые места. Знаете, я на многих закрытиях соревнований говорю, потому что часто переживают родители по поводу успехов своих детей. И вот, казалось бы, в школе все выучили предмет, да, какой-то, и все получили наивысшую оценку, там, 12. Но в шахматах, как бы ты ни старался, все равно один будет на первом месте, а другой, извините, на 124-м. И ничего с этим не поделать. То есть это спортивная составляющая. Конечно, нужна и выдержка, и другие необходимые качества спортсмена. И многочасовые тренировки. Ну а что касается науки и искусства, то шахматы дарят радость
радость, которую вот ты ощущаешь, вот, как если хорошую провел комбинацию или хорошую партию провел. Ну, наверное, приходишь домой после такой партии, ну, как с концерта какого-то. То есть ты дал концерт, ты провел такую комбинацию, выходишь и говоришь, боже, я сегодня играл как молодой таль там, или как провел в стиле Алехина комбинацию. Ну, наверное, такими партиями стоит гордиться. И у каждого шахматиста такие есть партии. А от науки там тоже очень много в шахматах, потому что есть теоретические позиции, серьезные теоретические разработки. Если мы возьмем чемпиона мира, то это Михаил Ботвинник оставил свои труды, по которым до сих пор, и многие другие чемпионы мира, по которым изучают шахматы сегодня. Все будущее и будущее поколение погружаются, знаете, берешь книгу такую толстую, и там 20 страниц, две пешки друг против друга крутятся, где-то и там конь вокруг них, поэтому и ты изучаешь вот эти тонкости, малейшие какие-то тонкости позиции, вникаешь в эту позицию, она потом с тобой, знаете, ты уже ложишься спать, она еще с тобой, эта и позиция. Продолжает. Да, да, это абсолютно естественная тема для шахматиста, который, ну, углубился далеко, да, стал более чем просто там любитель шахмат и так дальше. Поэтому... То есть это же еще и логическое какое-то мышление должно или развивается, да, потому что, ну, надо как-то продумывать, анализировать и предугадывать вот эти все многоходовки, ходы, а как противник посмотрит, а как походит, правильно? Совершенно верно, это все не сразу, дети этому обучаются у тренеров, и все это приходит и с опытом, с количеством сыгранных партий, а правильно сказать, с количеством проигранных партий, потому что, как говорил третий чемпион мира Хосе Руль Капабланка, что ты должен проиграть 100 партий, чтобы стать хорошим игроком. Сотни партий, чтобы стать хорошим игроком. Поэтому это все дело опыта. Действительно, шахматы много хороших качеств развивают. Это вы уже упомянули. Логика, где-то усидчивость, какая-то вот, знаете, вот я смотрю по детям, которые у нас занимаются, вот если они где-то вначале немножко нервозные, какие-то несобранные, то шахматы их собирают. Потому что если ты хочешь добиться результата, хочешь этого или нет, тебе придется сделать над собой усилие. Обязательно сделать над собой усилие. Ты не можешь просто оперировать там понятиями «хочу, не хочу», «нравится, не нравится». То есть ты обязан будешь решить определенные задачи, поставленные перед собой, чтобы достичь результата. Ну, такие качества шахматы особенно полезно развивают в детском возрасте. А склонность, она заложена к, вот, к игре и, или это воспитывается упорным трудом и занятиями? Я отвечу так. Есть таланты, которые рождаются шахматистами. Да, вот знаете, просто есть. Если мы возьмем даже наших знаменитых братьев Бортников, да, которые там в 3 года, там Александр Бортник, который впоследствии стал чемпионом мира до 18 лет, двукратным чемпионом Европы и международным гроссмейстером, то он в 3 года уже играл, и когда их мама привезла, они вообще родом из села Александровка-Вознесенского района, их, когда мама привезла в шахматный клуб и сказала, посмотрите, пожалуйста, они тут обыграли уже всех в Александровке, включая мужчин, естественно, всех взрослых. Поэтому это, наверное, талант. Но одного таланта мало. И любой талант можно загубить, как-то неправильно к нему отнесясь. Поэтому в большинстве случаев все это воспитывается в нормальном режиме. И сказать, что вот кто-то совершенно к шахматам, значит, не расположен, любого ребенка, который желает, или взрослого человека, который желает заниматься шахматами, можно повысить свой уровень мастерства и играть на более высоком уровне, чем прежде. А сколько времени, усилий и денег нужно вложить для того, чтобы воспитать чемпиона? Это вообще, ну, это простой процесс? Или можно говорить как-то вот об унифицированном времени? Там 1 год, 2, 3 года? Или всегда это очень индивидуально, и вот ребенок вроде не подает никаких надежд, а потом раз и выстрелил? Есть, конечно, разработанные программы, они еще разработаны далекое время, да, в Советском Союзе, там, где была самая лучшая шахматная школа в мире. И эти программы существуют, по ним все работают, это нормально. Но все-таки у каждого это индивидуально. Какие-то ставить сроки, что вот к такому-то числу или к такому-то месяцу должен выполнить такой разряд или стать таким-то там шахматистом такого уровня, будет неправильно. Тут важен сам процесс самосовершенствования. Если ребенок или молодой спортсмен, молодой шахматист работает над собой,
то результаты обязательно придут. Они могут прийти через месяц, могут через год, могут через два, но они будут, и это должен знать твердо каждый. Что касается финансового вопроса, вы задаете, ну, занятия у нас в основном все бесплатные, и существует государственная поддержка, я считаю, она должна быть для особенно там чемпионов Украины, тех, кто уже показал результат. Не должно быть таких фактов, когда, знаете, ребенок становится чемпионом Украины, ему ехать на чемпионат мира, а у государства нет на это денег. То есть как ты объяснишь, там, не знаю, 12-летнему парню, что извини, слушай, ты в Уругвай не поедешь, потому что вот так, денег нет. Все туда поедут, а мы нет. Почему Уругвай? В этом году будет там чемпионат мира, просто вот такой пример. В сентябре. И николаевские спортсмены тоже едут. У нас есть чемпион мира до 14... Чемпион, извините, хорошая оговорка, кстати. Чемпион Украины до 14 лет Владислав Ларкин. Я надеюсь, он станет чемпионом мира, если поедет. Ну все, он теперь просто, ну я не знаю, может быть, мы не будем возлагать на него, заставлять его, но ну, оговорка рано должна выстрелить. Рано или поздно, да, это будет, я уверен. А в принципе, давайте поговорим о регалиях николаевских спортсменов. Какие успехи у них, где, на каких соревнованиях они добывают свои места, или как это правильно сказать, звания? Ну, звания. Регалии. У нас есть действующие три международных гроссмейстера. Александр Зубов, Александр Бортник и Виталий Сивук. В Николаеве их увидеть можно очень редко. Они в основном в разъездах, различных турнирах. Вот недавно Александр Зубов порадовал победой в мощнейшем турнире в Венгрии. Там играло, ну я по памяти не вспомню, больше 100 шахматистов, из них больше 50, там, по-моему, гроссмейстеров. Вот. Выдающийся успех, хороший, качественный, то есть высокого уровня гроссмейстер. Периодически радует и Александр Бортник, и Виталий Сивук. Виталий Сивук добывал победы в Турции. Но Александр Бортник, наверное, самое такое громкое событие трехлетней давности, чемпион мира до 18 лет. И, в принципе, он продолжает совершенствоваться. Все они растут, конечно, до мирового. То есть предела совершенству в этой игре нет? Ну, знаете, чемпион мира, надо стать чемпионом мира. У всех одна цель. Чемпион мира. Сегодня Магнус Карлсен, достичь или обыграть его, или стать сильнее, как он, ну, это можно всю жизнь потратить. Дай бог им, я желаю, чтобы наши гроссмейстеры играли в такой уровень. Ну, а также у нас радуют нас наши дети, наше подрастающее поколение. Недавно Анжелика Ломакина, это призер чемпионата Украины до 10 лет среди девочек, который проходил у нас в Николаеве, кстати. Вот она стала второй в мире по быстрым шахматам в своей возрастной категории. В Минске прошел этот турнир. Это большое достижение. То есть у нас живет девочка, которая вторая в мире в этой категории. Я уже упомянул чемпиона Украины Владислава Ларкина. Ну, всех не хватит передачи упоминать все регалии. У нас вот, что касается выступлений детей и наших ведущих шахматистов. В Николаеве сильная школа. В Николаеве сильная школа, очень сильная шахматная школа. Это однозначно. А вот вы сказали быстрые шахматы, а какие вообще есть? Есть шахматы. Три вида программы: классические шахматы с классическим контролем времени. На сегодняшний день это 1,5 часа на партию плюс 30 секунд за каждый ход добавления. То есть в общей сложности партия длится, ну, часа 4. То есть это такой классический контроль, одна партия. Быстрые шахматы – это укороченный контроль, по 10 минут партию на каждом с добавлением времени. То есть они просто сидят и быстро-быстро переходят? Ну, быстрее. Иначе у тебя закончится время. Очень быстро думать надо, просчитывать все это, да? Здесь и опыт уже, ты же играешь где-то по опыту, что-то знаешь, где-то думаешь. Да, конечно, нужно быстрее ориентироваться в ситуации. Это быстрые шахматы. Ну, а самое интересное, наверное, и зрелищное – это молниеносная игра, блиц по 3 минуты каждому, вот за 6 минут партия закончится. Вот. И здесь надо быть очень быстрым, по-настоящему быстрым, принимать решения за секунды. Вы знаете, мы вот могли наблюдать там, в фильмах каких-то там передачах, да, когда по несколько дней играют в шахматы, да, и такое бывает. Это старинные фильмы, наверное, очень, когда действительно скажем так, в прошлом веке, да, или вообще в прошлом, да, партии игрались очень долго, они переносились на следующий день с доигрыванием. В принципе, докомпьютерная эра шахмат, когда еще компьютеры так сильно не были, так и сильны, как сегодня, компьютер обыгрывает человека, а еще в 80-х годах... А человек-компьютер? Смотри, какой компьютер. Ну, вот сегодня это возможно. Сильнейший компьютер обыграет любого человека. Вот мой вам ответ. Да, сегодня компьютеры очень уже сильны, поэтому здесь уже
Другая проблема шахматного мира, которую сегодня шахматный мир решает, это вопрос так называемого читерства или подсказок компьютерам. Есть очень много приспособлений, которые могут подсказать сопернику. Такая не самая красивая сторона шахмат, подсказать тебе, и ты выиграешь у соперника. Но здесь уже вступает в ход, знаете, шахматное благородство, потому что подавляющее большинство шахматистов, конечно, не применяют никаких вот подсказок, никаких компьютерных там, ну не знаю, правильно сказать, подсказок, да, поэтому. Ну, насколько я понимаю, в целом очень много турниров проходит, и если вот только в Николаеве их столько, до 100 в год, да, то сложно, наверное, посчитать, сколько их в мире проходит. Как правило, николаевские спортсмены, они стараются участвовать в престижных каких-то... Я уже упомянул о наших гроссмейстерах. Они все втроем участвовали только что на мужском чемпионате Европы. То есть мы регулярно видим этих шахматистов в любых концах планеты. Ну, в основном Европа, конечно, Азия, вот где ребята играют в турнирах. Безусловно, если мы говорим о среднем классе шахматистов, о мастерах, кандидатах в мастера, то им достаточно проблематично играть в Европе или же за рубежом. Все дело в финансовой составляющей. Ты как бы должен оплатить полностью и перелет, и переезд, и свое. А шахматный турнир, он дорогостоящий по отношению к другим видам спорта. Дело в том, что он длится минимум 7-10 дней. Если в других видах спорта ты можешь выехать на 1-2 дня, провести там бой, спарринг и уехать, и вроде бы состоялся твой турнир, то шахматный, представьте себе, 9 туров, одна партия каждый день, и вот тебе приходится жить в другом городе там 10 дней. Поэтому, соответственно, если ты платишь за это сам, если ты становишься на путь профессионального шахматиста и платишь за это сам, то это надо иметь определенный финансовый ресурс для начала. Ну, хорошо, если мы говорим о финансовом ресурсе. Смотрите, вот футболисты у нас зарабатывают колоссальные деньги. Да, зрелищный спорт, я согласна, но шахматы тоже могут быть зрелищными. И оцениваются ли шахматы в Украине так, как оценивается, например, футбол? Нет, конечно, шахматы не оцениваются так, как футбол или даже как любой другой вид спорта командный. Все просто. Шахматам очень тяжело попасть в телевизионный формат. Если мы можем посмотреть футбольный матч 90 минут, и не надо из-за знать особо... Из-за длительности, да? Из-за правил. Потому что не обязательно знать, как там в футболе правила, кто там лайнсмен, кто голкипер. Все понятно, мяч летает в сетку, все радуются, и это очень понятно. В шахматах, если ты не будешь знать правил элементарных, как ходит конь и как пешка, то даже при наличии комментатора для тебя это будет абракадабра, и смотреть на это 4 часа никто... Это да, это такой формат для любителя. Поэтому отсюда и спонсорские деньги, отсюда и какие-то меценаты, которые есть в разных видах спорта. Шахматы поддерживают обычно, знаете, вот ценители. Вот шахматы – это хороший, да, как дорогой хороший напиток. Вот, его должны ценить. Потому что те, кто ценят это, да. Под они... хороший дорогой напиток. Смотря в каком турнире, смотря с какой целью ты садишься играть в шахматы, да. В принципе, если хороший собеседник, почему нет? А что вас привело в шахматы? И когда это было? Моя история простая. Меня научили играть в шахматы в 5 лет. Папа, как это обычно бывает. И я увлекся. Мы играли там каждый день. Потом, конечно же, мое увлечение родители заметили. И в шахматный клуб. Тогда еще был шахматный клуб «Коммунарец» на Садовой улице. Сейчас там отделение «Приватбанка», по-моему, находится. Вот. И это было рядом с домом. Я туда ходил. И как-то оно все увлекло. И ты и бросал, и возвращался, и бросал, потом опять, и опять возвращался. И в итоге, чем бы ты уже ни занимался, я знаю, что в шахматах, я буду играть в шахматы всю жизнь, и это отлично. Ну, все-таки мастер спорта по шахматам, это все-таки достижение. Ну, как посмотреть, да, наверное, да. Смотрите, у меня есть еще такой вопрос. Есть учебное заведение... Если я не права, исправьте. Uh-huh. Есть учебное заведение, где уроки шахмат в программе обучения. Uh-huh. Так? А насколько это реально в Николаеве, как вы считаете? И нужно ли? Ну, в Украине
Так, чтобы прям в программе нет, есть факультативы во Львове, в городе Львове и в городе Винницы. Да, введены уже и функционируют 2 года подряд такие программы шахматов в школе. Во Львове выделили там небольшие деньги. По-моему, Львову это обошлось 500 000 гривен на год, и бюджету Львова, и в каждой школе... это оплата тренера, по большому оплата, счету. Покупка инвентаря и оплата тренера, все. Инвентарь, мне не кажется, что инвентарь прямо такой вот заоблачный, как, например, каноэ стоит. О чем вы, не сравниваете, да. Шахматы, это с точки зрения инвентаря, очень дешевый вид спорта. Есть, наверное, какие-то классные шахматы? Ой, хорошие шахматы стоят 500 гривен, вот абсолютно нормальные, 500 гривен стоят без доски, правда. Чуть дороже. Да, шахматные часы электронные сегодня там, они подороже. Ну, не суть важно. А я знаю, что с 1 сентября в Польше вводят уроки шахмат. Польша. В Армении давно действуют уроки, в каждой школе уроки шахмат. Много европейских стран, Объединенные Арабские Эмираты ведут. То есть ведущие страны мировые, если мы посмотрим... Было бы странно, если бы Объединенные Арабские Эмираты. Мне кажется, вот они, вот нарды и шахматы, да, вот это их игры. Ой, там по-разному традиционно бывало. Не особенно. Там по-разному. Наши тренера очень много работали в Объединенных Арабских Эмиратах, наши украинские. В Соединенных Штатах сегодня шахматный бум, особенно университетские команды. Каждый университет обязан иметь шахматную команду, и более того, они созывают как бы под свои знамена лучших шахматистов мира в этом возрасте, дают им стипендии, дают им условия какие-то, предоставляют. И там весь шахматный свет. Не самая плохая инвестиция. Да, инвестиция в ум. Учитывая способности шахматистов. Да, инвестиция в ум. К сожалению, у нас сегодня это еще не действует, но будем надеяться, мы, во всяком случае, как Федерация шахмат, выступаем с такой инициативой в Николаеве, готовы всячески помогать местным властям для того, чтобы в каждой нашей школе на безоплатной основе были кружки шахмат. Этого достаточно для того, чтобы мы смогли увеличить количество, если сегодня шахматами регулярно занимаются там 500 детей николаевских, то это, тут цифры можно до безграничности, но я думаю, что 2-3 тысячи детей, это вполне, наша цифра для того количества учащихся. Ведь на самом деле цель не просто научить там детей играть в шахматы, а цель отвлечь их от плохого, да, занять их хорошим делом. Я, знаете, много знаю шахматистов, но среди них каких-то бандитов, там, извините, воров или еще кого-то, мне неизвестно. Вот. Поэтому это благородная игра, игра, которая приносит в свою душу какие-то нотки благородства. Ну, я знаю, в третьей школе был кружок. Он там есть. Шелест там преподавал какое-то время. Мой ребенок туда даже ходил. И вот Шелест там пока занимался, ему интересно было. Угу. Потом, когда его не стало, к сожалению, малый как-то забросил все это дело. Но шахматы честно собирал. Гарри Поттер у нас полное собрание. Ну, если мы заговорили о Николае Васильевиче Шелесте, то тут надо вообще сказать. Во-первых, областной шахматный клуб носит его имя. И это тот человек, который основал вот современную Николаевскую шахматную школу. Мы все, кто сегодня как-то рядом с шахматами, ну, прошли, так сказать, через его, ну, теплые отношения к шахматам. Он любил шахматы. Ну да, он такой фанат. Он был просто фанат, да. Это человек, который, можно сказать, жил днем и ночью в шахматном клубе, который звонил, вы знаете, вы спрашивали меня, как... Одно время я бросил шахматы, и тут раздается звонок дома. Моя мама берет трубку, и там в обратном конце провода, тогда еще были такие телефоны, говорит: «Николай Васильевич Шелест». И он говорит: «Так, добрый день, Диме пора возвращаться в шахматы». Все, вот так вот я вернулся очередной раз. Да, поэтому Николай Васильевич — это тот человек, который нас всех, собственно говоря, что там говорит, мы ему все благодарны. А вы упомянули, что ребенок привязался к тренеру. Очень частая история, действительно, взаимоотношения тренера с ребенком. Это особые отношения, иногда даже тренер более авторитетный, чем родители для ребенка. Поэтому вот это... В принципе, это неплохо. Это хорошо, это, наверное, в любом виде спорта так есть, это хорошо. Ну и у нас, к сожалению, осталось не так много времени. Давайте такие определенные анонсы. Что будет в ближайшее время, может, не в ближайшее время, ну, какие соревнования будут проходить вот в Николаеве, 20, чего ждать? 20 июня во вторник стартует, я уже говорил, Николаев Chess Fest. Этот турнир объединяет в себе 8 турниров, и это традиционные Ингульские мосты, мемориал Волчка и шахматные надежды Украины. Призовой фонд 75 тысяч гривен, у нас будет много гостей из других городов. Призовой фонд — это в целом? В целом, и, да. Первый приз, то есть он будет делиться? Да, он будет делиться, в каждом турнире будут награждены первые 10 участников.
Поэтому мы всех приглашаем. Он будет проходить в корпусе НКИ или НУК имени адмирала Макарова на остановка стадион, да, электрофак. Ну, там будут такие соревнования проходить. Это ближайшие и самые крупные в этом году соревнования. Почему не в шахматном клубе? Мы просто не можем вместить такое количество участников уже. То есть заявок очень много. И это соревнование какого масштаба? Это соревнования фестивальные и всеукраинского масштаба. У нас уже заявлено более 13 областей, участников из 13 областей. Я думаю, будет еще больше. Со всех, от Харькова до Львова к нам приедут на этот турнир. Поэтому мы просто в шахматном клубе не в состоянии уже вмещать соревнования. Мы выросли. Ну, с 20 числа, да, с 20 по 27. Увеличится количество умных людей. Будем надеяться. Будем надеяться, да. Еще ж, пане Дмитро, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за цікаву розмову. Ну, будемо сподіватися, що у вас все вийде. Спасибо і большое. Миколаївські спортсмени посядуть в призові місця. Я дякую за те, що завітали. Дякую за відповіді. На все добре. Спасибо.